Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами снова я, Ведьмак. Вы смотрите прохождение игры Warhammer 40 000 Space Marine. Я извиняюсь, что я буду сегодня несколько без эмоций. Так, потому что я уже весьма устал за сегодня. Да. Мы с вами продолжаем двигаться в поисках секретного оружия, созданного инквизитором Дроганом под названием «Психическая плеть». Стой! Иди сюда! Блин, я его зарезал. Хотел пафосно убить, но не получилось. Так. Инквизитор грозится нас провести тайной дорогой народных мстителей, поэтому мы сначала должны расчистить путь. Потому что тайная дорога, как ни странно, кишит вполне себе не тайными орками, которые как-то они уже успели узнать. Место это не очень хорошее, у меня здесь раз 500 убьют, мне так кажется. По крайней мере, я помню по прошлым прохождениям, что здесь весьма печально все. Слушаю тебя, урка. Лазерная пушка оставляет в стенах огромные дыры. В орках, к счастью, тоже. Хотя я сейчас бы предпочел мельтаган. Падла, где эта сволочь, стреляющая ракетами? Надо его выцепить. Надоел. Эп, кажись, готов. Так, там бежит Ноб. Здоровенный. Здоровенный Ноб! Так. Не. Здоровенный орк. Да что ты? Кушай мой меч, он вкусный. Так, иди сюда. Собака, ты еще живой, что ли? Окей. Немножко расчистили поляну, так сказать. С неба продолжают падать каменюки орков. Это вот такие вот огромные камни с встроенными двигателями и все испрещренные просто... Заткнись! Испрещренные ходами, в которых, собственно, и сидят орки. Они не заморачиваются даже постройках кораблей. Просто-напросто делают их из подручных материалов, например, астероидов. Так, ты опух тут, я смотрю, да? От безнаказанности. Окей. Насколько велико оружие? Что-то со звуком. Находится в лаборатории, но сам энергопульс идет по проводникам из лаборатории к орбитальному шпилю. Отлично. Так, я смотрю, упала еще одна каменюка, да? Только куда? Чё? Кто там вякает? Ой, ё-моё, откуда вы взялись? Так, я что-то слегка подзаблудился. Где наша дорога счастья-то из желтого кирпича? Это вот этот шпиль? Нифига себе, строеница повыше Останкинской башни будет. Ну, это же далекое будущее. В принципе, вполне себе логично. Так, мы добрались к какой-то огромной двери. Нам в эту дверь. Правда, что ли, в эту? А может, в другую? О, молоточек. Иди сюда. Вот это по-нашему. Мне понадобится время отключить замок, капитан. Вас понял, инквизитор. Мы, конечно, не сможем сейчас пользоваться
снайперской винтовкой и тяжелым болтером. Но зато сможем вполне себе отбиваться от всякого дерьмища при помощи молотка. Ой, главное, чтобы не окружили, не ушатали. Ого, неплохо так получилось. Стерва! Так. Ох ты, ёбкарный баба. А так... Не! С болота. Баба! Хорошо. Мясо из орков. И орки из мяса. Так, пару гречины завалю на завтрак. Скончался. Так, все, ты открыл дверь, не? Кого стреляем? Ох ты ж, ёбкарный ж ты. Ну чё? Да все. Но... Не стоило рваться в середину. На такой сложности убивают просто мгновенно. Так, куда меня откинуло? Ну, естественно, самое начало, как обычно. Могли бы сделать хотя бы контрольную точку возле этой двери. Здесь. Нам в эту дверь. Да ты чё, серьезно что ли, в эту? Мне понадобится время отключить замок, капитан. Вас понял, инквизитор. Ну, понеслась. Вот так вот. Я встречаю незваных гостей. Опять окружает, блин. Сволочь, ты еще и бьешь меня, а? А ну не смеет меня бить. Это большой. Тихо. Тихо. Я разозлился. Кто там еще живой? Ну как-то так. Так, а упыри эти идут. Они мне не нравятся. Так, гранатка. Граната отработала. Ах, блин, сразу пол хп сняли. В смысле, пол щита. А ну прекращайте. Лежать. Скотобаза. Не вставай даже. Крупный. Крупных порков я не люблю. А, блин. А, блин, чё я застрял-то? Я тебе... Блин, чё происходит вообще? Лежать, скотина. Заткнись, урода кусок. Все, умер. Блин, да откуда ж вас столько-то, а? Прекращайте. Так, все, двери закрылись.
Мы живы, ура. Я счастлив. Идем дальше. Фух, прошли этот момент. Достаточно мудрый. Шпиль осуществляет транспортные функции. Верно. Но с минимальными модификациями он становится огневой башней. Энергоимпульс не должен повредить шпиль. Вы говорите без уверенности. Эксперимент и импровизация идут рука об руку. Опасная ты речь, говоришь. Для жителей империи. Зеленокожие. Чё, правда? Так, вот это только взрывающееся говно к себе не пропускать. Все будет окей. Так. Я не вижу, бегут они или нет. А вон бегут. Чё, серьезно наступают? Так, давайте и мы, что ли, наступать. Мясо. Так, гранату себе в задницу засунь. Еще мясо. Так, ошметки какие-то остались. Так, ну если он был жив, он теперь не жив. Так, что-то все в дыму, ни хрена не видно. Кто рычит, не надо рычать. Блин. Сквиги. Вроде бы мы от них избавились. Или нет? Пока постреляю. Блин, я слышу сквига. Да, ё-моё, сколько же их тут набежало, этих сквигов. Блин, оставьте мне орков. Чё, думаете, в пыли это я вас не вижу, что ли? Прекрасно вижу. Ну! Топчу в землю. Зараза зеленая. Ну ё-моё. Прям без меня укладывают. Что за жизнь? Я только разошелся. Так, что у нас там происходит? Стреляют? С волоты. Ага. Так. Не в того стреляешь, урод. А теперь в того. Но уже поздно. Поздно пить боржомчик. Разруха кругом. Орки. Хотя вообще похоже, что это все само по себе обвалилось. Ржавые конструкции. Сгнивший бетон. Хотя как бетон мог сгнить? Насколько я знаю. Ё-моё. Бетон обладает свойством застывать все время, бесконечно. Чем дольше он стоит, тем тверже становится. Так, увидеть? Эти трубы ведут в подвал комплекса. Вот наш вход. Смотрите, кто-то нам удачно пропилил дырку. Вероятно, это были орки. Ну что, братья мои, как всегда, в каналыгу. Ни одна игра не обходится без посещения канализаций. Интересно, этот молоток способен пробить стену? Я имею в виду. С точки зрения соответствия лору. Ну или в Библии, кому как больше нравится. В этой игре он точно не способен. К чему стоит готовиться, инквизитор?
ко всему. Оборонительные устройства. Что? А какие именно? Какие устройства? Ты чё? В основном сервотурели. Готовы убивать орков. Они запрограммированы на уничтожение всего в радиусе огня. Да, озвучка и перевод, конечно, как всегда, поражает своим соответствием реальности. Имелось в виду, что турели просто настроены на любую цель, не только на орков. Так, кто-то сюда загнал танк, или что это, не знаю, не разбираюсь в технике. К сожалению, космодесанта. Так. Давайте сменим на меч. Я чувствую, нам придется сейчас пострелять. Поэтому лучше переключиться на возможность использования разнообразного оружия. То есть молотком особо не навоюешь против турели, которые прикреплены к потолку. И поэтому я предпочитаю пользоваться какой-нибудь пушкой. Да ты чё, серьезно что ли? Тут повсюду эти пушки, особо не разбежишься. Мы должны расстрелять их все. Я могу отключить их из центрального блока безопасности. Значит, отправляемся туда. Ты их отключишь, и орки тоже смогут пройти. В чем же смысл? Так. До свидания. До свидания. Так, все, патроны к моей супер-мега пушкалке кончились. Блин, со всех сторон. Подождем, пока щит восстановится. Хотя... Нет, все-таки стоило подождать. Что такое? Еще что ли? Да откуда вы такие красивые беретесь, турели? Ты чё? Что там? Кто там? Тоже турель? Ау! Вы мне это прекратите. Это вам не балаган. Все двери позакрывались, блин. Откройте! Явно эти красные штуки на стенах. Для исполнения протокола безопасности требуется авторизация. Сделано для того, чтобы мы взрывали эту хреноту. Спокойно. Чё это за дуры такие? У них пушки в два раза больше, чем обычные. И вы идете за мной? У меня патроны кончаются, кстати говоря. Было бы неплохо, если бы здесь ящики были. Так, мне не нравятся эти роботы. Они здесь явно не для того, чтобы любить меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты что делаешь-то? Скотина. Придется использовать. Блок управления думает, что мы сбежавшие ксеносы. Сбежавшие ксеносы? Есть панель управления. Какого черта? Ты здесь ксеносов, что ли, сдерживал? Чертов маньяк. Блин, больно. Да. Кого здесь препарировали? Орков? Нормально. То есть орков здесь препарировали еще до того, как они напали, что ли? Я уже не помню этого сюжета. Частично. И не знаю, что это за новости такие. Ты какой-то мутный инквизитор. Ксеносы у тебя тут
под боком. А, или ты на них тестировал свое оружие? Ну ладно, прощаю. Скоро откроется выход, капитан. Но я боюсь, что турели дальше за этой комнатой остались активными. Ну отлично, смысл был в этом всем тогда. Зачем было отключать турели, если они отключились где-то в другом месте? Офигеть. Что в этих контейнерах? Особи для моих исследований. Образцы, клетки, операционные залы. Здесь просто разит ксеносами. Это касается только Инквизиции, ультрамарин. Это касается Империи! Ты! Где-то там. Сюда, ультрамарины! Из-за тебя эти орки напали, я знаю. Куда сюда-то? Ты что, определись, в какую сторону идти? А здесь что? Или это соединяющиеся залы? Нет? Ну да. Я сделал круг. Отлично. Так куда идти-то, ё-моё? Дай наводку, что ли. Такое ощущение, что я обратно иду. Чего бы мне хотелось избежать. Ого. Так. Что у нас здесь? Космодесантник Апостол. А, типа... Разблокирован болтер Кракен. Этот модифицированный болтер ведет огонь особыми боеприпасами с адамантиновыми наконечниками. Сердечниками, пардон. Они наносят мощный урон даже в вражеской броне и способны сдавать врага даже в укрытии. Оружие заменит стандартный болтер. Ну, типа, апгрейд болтера получили, окей. Ё-моё, что будет сейчас происходить? Огневое ядро все еще активно. Отлично! Если это и есть огневое ядро, Инквизитор, оно, значит, питает всю структуру? Нет, не совсем так. Ядро поднимается под крышу комплекса. Под ней расположен основной огневой блок. Окей, мы посмотрели. И что дальше? Ты нам скажешь, в чем суть всего этого? Видимо, нет. Е-мое, засада. Инопланетные формы жизни. Ты какие инопланетные? Ты дура, что ли? Я что, потом похож на инопланетную форму жизни, мать твою? Косая кочерыжка. Хватит в меня целиться. Ё-моё, аж две сразу. Три. Чё-то мне тут не нравится. Впрочем, тут везде на этой планете смерть за каждым углом поджидает. Да ё-моё, сколько ж можно-то обнаруживать ксеносов-то во мне? Я не ксенос. Мимо. Она взорвалась. Хорошо. Идем дальше. Сейчас еще активируется, да? Вот это вот, например. Я ее заприметил раньше, чем она меня. Так, больше тут нет злобных пышколок. Окей. Какое-то неприятное место. Это дверь.
страшная дверь. Так, нам, видимо, туда. Давайте сначала осмотримся в округе. Возможно, здесь что-нибудь... А, нет, здесь нет переходов между этими мостиками, они не соединяются. Ладно. Так. Ага, вижу вас. Нифига их там сразу 5 штук. Классно. Что я могу сказать? Здесь. Комната управления за этими дверями. Да ты чё? Так. Неплохо так лазерная пушка работает на них. Они, правда, подвижные еще. Ну вот и все. Лазерная пушка. Лазер у нее, конечно, толщиной с руку. Интересно, что используется в качестве источника энергии для такого лазера. Хотя лучше, наверное, не знать. Это тайная. Тайна Adeptus Mechanicus. Наверное. О. Максимальная ярость разблокирована. Что она означает? Максимальная ярость. Теперь уровень вашей ярости увеличивается быстрее. Используйте это преимущество, чтобы обрушить лаву. Куда он, короче, уменьшил? Это что? Мельтаган. Но боюсь, что они тогда уже не смогут сдерживать орков. Вот это вот, давай нет, Жень, вот это поменяем на мельтаган. Конечно. Во. Стоит поторопиться. Мельта, это круто. Это место скоро будет просто кишать орками. Конечно. Мельт — это мое любимое оружие. Отключены. Авторизация пройдена. Снятие блокировки. Теперь отправляйтесь в генераторную. А уж отправляюсь. Чем мне еще делать? Но я чую в этом засаду. Ты отправляешь меня на смерть, сволочь. Что происходит? Урки. Вот и орки. Урки! Урки! Так, нет. Я не люблю, когда меня садят. Просто вот так вот. Беспощадно. Так, болтер мы немножко проапгрейдили. Гореть. Сжечь ксеносов. А, блин. Срань господня, гребаный сквит. Волота. Смотрите, от них просто пятна остались. Энергетического ядра, капитан. Неплохо. Снова риск облучения. Ах да. Только если уроните контейнер. Я нет. Я забыл, по-моему, у мельтагана и лазерной пушки патроны объединены. Или нет? Нет, может и нет. Ладно. Так, поместить, значит, эту хрень в эту хрень. Окей. Я думаю, это даром мне не пройдет, да? Ну. Очень хорошо, капитан. Наконец-то вы избавились от необходимости носить его. Да мне не тяготило, в общем-то. Носил да носил фонарик на поясе. Подготовьте программу стрельбы. Инициация протокола стрельбы. Тревога. Структуре нанесен урон. Чё? Внимание. Активирую аварийные обряды сдерживания. Обряды? Проклятая дрянь! Что мне нужно будет сделать, Инквизитор? Вам нужно будет вручную перезагрузить весь массив. С применением силы, если потребуется. Но никто не говорил, где? Что будет легко. Огневая камера! Ультрамарины, идите на лифт! А где лифт? Ну ладно. В лифт мы пойдем в следующей части. Любишь серии. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.